знаменитом городе Смирна, что раскинулся в древности на берегу Эгейского моря, церковь, основанная некогда святым апостолом Иоанном Богословом, прославилась стойкостью исповедников веры Христовой. Случилось это во времена правления гонителя христиан императора Дикия. Узнав, что надвигается беда неминуемая, пресвитер Пионий вместе с Савиной и Асклепиадом готовили себя к страданиям, возложили на себя вериги сплетенные, да пребывали в строгом посте и сугубой молитве. И вот настал день, когда гонители схватили праведников и после допроса поместили в темницу. Там, в тюрьме, святой Пионий с товарищами встретили пресвитера соборной церкви Смирны Лина и женщину по имени Македония, также заключенных в узы за исповедание имени Господа. Многие верующие тайно посещали узников и передавали им все, кто что мог. Но святые, уже далекие от всего мирского, отдавали все тюремщикам. Приходили к святому Пионию и те, кто прежде были христианами, но под страхом мучений принесли жертву идолам. Все они просили его помолиться об их спасении. Горько плакал святой Пионий о малодушных и увещевал их: «Не отчаивайтесь, братья, хотя вы и сделали тяжелый грех, но покайтесь истинно и обратитесь опять всем сердцем ко Христу». После многих истязаний святого мученика распяли на кресте, крест обложили дровами и подожгли. Но когда костер догорел, все узрели тело Пиония совершенно невредимым, даже волосы на голове его не сгорели. Лицо его было светло и сияло божественной благодатью. Вслед за святым Пионием были казнены и все его товарищи, которые также до последнего вздоха остались преданными единому истинному Богу Иисусу Христу. Двадцать марта. День памяти священномучеников Пиония и Лина, пресвитеров Смирнских, святых мучениц Савины и Македонии и святого мученика Асклепиада.